Так, сегодня у нас доклад Сергея Самсонова, его доклад про Model Free Approach to Evaluate Reinforcement Learning Algorithms. Сережа. А тут точно все по-русски говорят? Да, so is it, if anybody is not okay with Russian, I can switch to English. I think it's okay. Окей, но тогда я все-таки по-русски буду говорить, но если что... Да, ты можешь говорить по-русски, да. Да, ну, я сегодня расскажу вам про один метод оценки политик в обучении с подкреплением. Наша совместная работа с Денисом Беломестным, Ильей Левиным, Эриком Мулине, Алексеем Наумовым и Вероникой Зориной. Вот один из авторов отказался предоставить свою фотографию для этого слайда, в связи с чем я в очередной раз напоминаю ему, что курение вредит вашему здоровью. Вот. Препринт на нашей работы доступен на архиве. Мы вот как раз обновили, залили новую версию, которая вот должна, наверное, завтра появиться на архиве. Так, ну давайте начнем с общей постановки задачи обучение с подкреплением. Вообще это задача про агента, который взаимодействует каким-то образом с неизвестным окружением, получает от него какую-то награду в зависимости от того, в каком состоянии он находится и какие действия он предпринимает. То есть агент находится в некотором в катый момент времени, агент находится в некотором состоянии X-каты, предпринимает какое-то действие, доступное ему А-каты, получает за это какую-то награду и дальше переходит в какое-то новое состояние XK плюс первое, ну, в зависимости от того, какое действие он совершил. Мы говорим, что политика агента – это некоторое распределение на множестве состояний условное. То есть, значит, по политика, значит, это у нас получается P от A при условии X – это, значит, вероятность совершить действие А, значит, находясь в состоянии X. Допускаются детерминированные политики. То есть это распределение, оно вполне может быть вырожденным. То есть мы всегда там в определенном состоянии совершаем определенное действие. Вот. Но для того, чтобы задать марковский процесс принятия решений, нам нужно задать семейство переходных вероятностей, ну или более строго говоря, марковских переходных ядер. Значит, это семейство условных вероятностей, которые параметризованы параметром А, то есть нашим действием. Это, значит, вероятность того, что мы перейдем в состояние X', если мы в действии, если мы, находясь в состоянии X, совершили действие А. Значит, ну, определение, которое я привожу, оно годится для MDP с дискретным пространством действий и состояний, но, значит, можно думать, что у нас все дискретное, это упрощает понимание. Ну и есть еще некий параметр гамма от нуля до единицы. Это так называемый дискаунт-фактор. Значит, зачем он нужен, я объясню чуть дальше. Значит, вообще говоря, если у нас марковский процесс принятия решений с конечным горизонтом, то дискаунт может быть равным единице. Вот. Если горизонт бесконечный, то уже, как правило, рассматриваются задачи, где гамма меньше единицы. Ну, задача, которая естественным образом возникает, она следующая. Если у нас есть две политики P1 и P2, то как понять, какая из них лучше? Ну и в каком вообще смысле лучше? Вот. Ну, естественный ответ на этот вопрос, он заключается в том, что нужно сравнивать функции ценности. Значит, здесь я не уверен насчет русского перевода, потому что, ну, по-английски это value function. Вот, по-русски мне просто не хочется все время говорить translate такой, поэтому я буду называть это функцией ценности, вот, но не уверен, если меня кто-то поправит, есть общепринятый перевод.
Вот. Ну, функция ценности, значит, ассоциированная с политикой P, это ожидаемая дисконтированная награда, которую получит агент, если он будет следовать политике P, начиная с состояния X. Но, собственно, дисконтирование, как видно, нужно для того, чтобы эта величина была корректно определена в случае, если эпизод потенциально может быть бесконечным. Вот. Ну, функцию ценности можно оценивать многими способами. Можно просто оценивать с помощью метода Монте-Карло, это простой метод. Можно использовать разные методы, основанные на стохастической аппроксимации, это вот семейство методов temporal differences, в частности. Здесь, ну, в общем, оценка самой по себе функции ценности в IP, она большой сложности не представляет. Проблема заключается в следующем. Есть ли такая политика P, которая является наилучшей в определенном смысле? Мы скажем, что P со звездой – это оптимальная политика, если value функция, если функция ценности, которая ей отвечает, она равномерно лучше, значит, функции ценности любой другой политики P, значит, для всех состояний X, значит, в нашем пространстве состояний. Вот. Ну, очевидно, что мы хотели бы действовать в соответствии с P со звездой, вообще говоря. И возникает вопрос, всегда ли политика P со звездой такая существует. Ну, к счастью, да, всегда. Ну, при некоторых предположениях на наш марковский процесс принятия решений. Значит, если наша функция наград ограничена, то всегда существует такая детерминированная политика P со звездой, которая является оптимальной. Вот. И более того, значит, в этом случае оптимальная функция ценности V со звездой, значит, я буду опускать здесь P со звездой в верхнем индексе, и писать V со звездой вместо V P со звездой, удовлетворяет уравнению оптимальности Беллмана. Вот, значит, оно имеет следующий вид. Значит, PA на V со звездой здесь – это действие марковского ядра PA на функцию V со звездой от X. Это вот такой вот интегральный оператор. Но, опять же, можно думать про него в дискретном виде. Значит, здесь в этом случае вместо интеграла просто какая-то сумма по пространству состояний. Это представление не очень удобно, потому что здесь у нас стоит максимум поверх матожидания, ну, вообще говоря, даже не максимум, а супремум, если пространство действий какое-то сложное. И, ну, в частности, например, мы не можем рассматривать эту задачу как задачу стохастической аппроксимации. Поэтому вот V со звездой оценить напрямую здесь, ну, это более сложная задача, чем оценивать функцию ценности для конкретной политики P. Но возникает вопрос, насколько далека какая-то политика произвольная, которую мы получили как результат работы какого-нибудь алгоритма, от оптимальной политики P со звездой. То есть задача, которую мы будем рассматривать, она заключается именно в том, что у нас есть некоторый метод, но мы можем считать, что это вообще, что он отрабатывает просто как черный ящик, который на выходе дает нам какую-то политику P. Ну, например, я не знаю, мы запустили там какой-нибудь алгоритм Reinforce или Actor-Critic, что-то такое в неизвестном окружении. Он отработал, выдал нам какую-то политику P, и мы хотим оценить ее качество, хотим понять, насколько далека она от оптимальной P со звездой, вот. Не зная при этом самого значения V со звездой. Вот. Но обычно величины такого типа, они исследуются, это ошибка политики, которую выдает тот или иной алгоритм, но, как правило, оценки, которые в этом случае получаются, они, во-первых, теоретические, в том смысле, что они зависят от таких характеристик нашего марковского процесса, которые на практике никогда не наблюдаются. А во-вторых, они существенным образом зависят от алгоритма. То есть нет какого-то единого подхода, который бы нам позволил разность между там, V со звездой и VP оценить. Вот. Это как раз будет нашей задачей. Значит, мы будем пытаться с вами оценить так называемую ошибку политики. То есть это разность V со звездой минус VP, которая показывает, насколько мы играем хуже, значит, если мы действуем в соответствии с P, чем могли бы, если бы действовали по оптимальной политике.
V со звездой нам неизвестно. Ну, естественно, и логичная идея, которая возникает, давайте попробуем ее оценить. Вот. Но при этом нам нужна желательно верхняя оценка на V со звездой. Ну вот в том случае, если у нас есть некоторые дополнительные знания о среде, в частности, мы знаем, что у нас семейство переходных вероятностей типа А нам известно, то есть известный алгоритм, например, value iteration, который нам позволяет генерировать некую последовательность value функции VKT, значит, следующим образом, как это приведено на слайде. И в этом случае мы знаем, что процесс VKT сходится к V со звездой экспоненциально быстро. Значит, просто потому что оператор, который у нас стоит справа, он является сжимающим, и мы можем применить fixed point теорему. Вот. И такие итерации сохраняют нам монотонность. В том смысле, что если мы начали с нулевого приближения для оптимальной V со звездой, которое было верхним, в том смысле, что V0 было больше, чем V со звездой для каждого состояния, то и для каждой итерации VKT мы все еще будем сходиться к V со звездой сверху. Но, к сожалению, если мы PA не знаем, вот, а пытаемся его каким-то образом оценить, то есть, например, у нас есть только механизм сэмплирования наблюдений из PA, но не аналитическое выражение для него, то вот попытки записать какую-нибудь аппроксимацию для value iteration, они приводят к тому, что вот такое свойство монотонности, оно теряется у итераций. Поэтому мы, вообще говоря, не понимаем, наша оценка ошибки политики, она будет какая, верхняя, нижняя, не очень понятно. Значит, ну, в своей статье мы предлагаем некую технику, которая позволяет дельта пи оценить в следующих предположениях. Значит, мы рассматриваем марковские процессы принятия решений с бесконечным горизонтом и с дискаунтом гамма меньше единицы. Значит, гамма здесь важный параметр, то есть, вообще говоря, без дисконтирования мы не можем гарантировать, что процедура в текущем виде выдает правильные оценки. Значит, мы предполагаем, что мы можем сэмплировать из условных распределений PA при условии X для каждого AX. Вот. При этом возможно, что сами эти переходные вероятности мы не знаем. Вот. Ну и третье, самое мягкое предположение, значит, от него легко отказаться, просто для простоты, значит, что функция ценности рассматриваемой политики Пи нам известна. Вот. Но от этого требования можно отказаться, если у нас есть какая-то нижняя оценка на VP, либо мы можем оценить VP с точностью, которая там заведомо больше, чем та, которая нам потребуется для оценки ошибки политики. Вот. Но, как я уже говорил, эта задача более простая, поэтому ну, третье предположение здесь наименее серьезное из того, что мы сформулировали. Наш подход основан на так называемых верхних решениях. Значит, мы скажем, что функция VUP, значит, она у нас из пространства состояний действует в пространстве вещественных чисел, является верхним решением для уравнения Беллмана, значит, если у нас выполнено следующее неравенство. Но вот правая часть, которая у нас стоит, это в точности правая часть уравнения Беллмана. То есть на самом деле мы просто, значит, подставили там вместо V со звездой VUP и, значит, требуем, чтобы наша функция была для каждого x из пространства состояний больше либо равна, чем результат применения к ней вот того оператора, который у нас стоит в правой части уравнения Беллмана. Ну, можно проверить, что если у нас есть функция VUP, которая удовлетворяет уравнению 1, то в этом случае VUP является верхней оценкой для V со звездой. Значит, VUP больше либо равно V со звездой для всех, для всех x. Более того, один из способов построить функцию, которая удовлетворяет вот такому уравнению, он следующий. Достаточно выбрать некоторую мартингальную функцию f большое, такую, что pa на f от x равно нулю для всех действий a и для каждого состояния x. Значит, ну, PA на F от X, значит, можно рассматривать, что вот этот объект, это есть математическое ожидание
случайной величины yxa, вот, которую я определил ниже. Математическое ожидание функции f от yxa. Значит, где yxa – это следующее состояние, сгенерированное, если мы в состоянии x совершили действие a. Вот. Ну, такие функции f с нулевым средним можно строить, и я на следующем слайде покажу, как. Вот. Ну, в этом случае можно проверить, что функция vup, которую мы определим как решение уравнения, значит, на слайде, она действительно будет являться верхним решением, в том смысле, что для нее будет выполнено один. Вот. Но этот подход вообще пришел в каком-то смысле из оптимального контроля. Значит, тут здесь на слайде приведены ссылки. Это двойственная постановка задачи оптимального управления. Значит, этот подход был, в частности, в статье Дениса Беломеса, в книге Дениса Беломесного и Джона Шенмакерса в 2018 году описан. Вот. Но первоисточники, я так понимаю, уходят глубже. Вот. Ну, неравенство 1 легко проверить, потому что мат-ожидание с максимумом можно переставить. И это как раз тот случай, когда это нам дает неравенство в правильную сторону. Вот. Если мы выбрали функцию f правильную с нулевым средним, значит, в том смысле, в котором я сказал, то, ну, просто переставляя местами мат-ожидание с максимумом, пользуясь тем, что мат-ожидание максимума больше, чем максимум мат-ожиданий, мы получаем в точности то, что нам нужно. Вот. Мат-ожидание f от yx пропадает, потому что это 0. Вот. И в итоге, если мы запишем это мат-ожидание функции vup как действие марковского ядра pa, то мы получим в точности, значит, в точности неравенство 1. Поэтому такая функция, она действительно будет являться верхней оценкой для V со звездой. И весь вопрос в том, как выбирать f. Но в зависимости от того, насколько удачный будет этот выбор, тем более точную, вообще говоря, можно получить верхнюю оценку. Вот. Заметим, что мы можем по аналогии с value iteration рассмотреть итерационный процесс, который нам строит vk плюс первое, значит, верхнюю оценку в k плюс первый момент времени через верхнюю оценку в k-й момент времени, значит, с помощью такого же итерационного процесса, как для уравнения Беллмана. Ну, снова можно проверить, что оператор, который у нас стоит правой части, значит, в определении vup, значит, вот то, что у нас стоит справа, он снова является сжимающим, если у нас гамма меньше единицы. Поэтому, как бы, опять же, такой итерационный процесс будет работать и будет сходиться к какой-то vup, которая не зависит от нашей изначальной инициализации. И более того, такой процесс будет сохранять монотонность нашу. То есть если мы начали с оценки, которая была больше, чем V со звездой для всех состояний, то, значит, это свойство сохранится для всех итераций. Вот. Сережа, а в какой норме оно сжимающее? Да, просто бесконечная норма на пространстве X. Да. Если мы то рассмотрим... есть оно ограничено все в этой постановке? Да, значит, оно все ограничено, значит, мы работаем в случае, когда у нас сейчас, когда у нас V со звездой, да, когда у нас наши награды ограничены. Значит, если награды ограничены и у нас дисконтирующий фактор гамма, то V со звездой, вообще говоря, меньше, чем верхняя граница на награду делить на минус гамма. Вот. И то же самое, и VP, соответственно, тоже для каждой пи. Да, поэтому здесь как проблемы с неограниченностью здесь нету. Прошу прощения. Вот. Ну, теперь возникает вопрос, что все-таки взять в качестве функции f большое. Вот. Ну, можно проверить, что можно взять функцию vp, вычесть, значит, действие нашего марковского ядра pa на нее. Такая функция f большое, она будет действительно... Ну, можно проверить, что она удовлетворяет
тому условию, что PA на F большое равно нулю при любом выборе и при любом Y. Значит, и в этом случае мы получаем нашу upper value iterative procedure. Значит, подставляя вместо F большого VP минус PA на VP. Вот. У нас остается наше свойство монотонности, и в этом случае мы можем оценивать политику, например, рассматривая разность между ката-итерацией нашей процедуры и функцией ценности VP, которую мы полагаем известной. Потому что эта величина, она больше, чем вот тот зазор, который нас интересовал. Ну, проблема в том, что если мы это хотим запускать на практике, то здесь есть некоторая проблема. Значит, нам нужно аппроксимировать, во-первых, внешнее мат-ожидание, а во-вторых, у нас есть еще внутреннее мат-ожидание в каком-то смысле. Это вот действие ядра PA на функцию ценности VP. Два этих мат-ожидания нам нужно каким-то образом аппроксимировать, вот, и тогда мы получим уже практическую реализацию. Ну да, это вот то, про что я только что сказал. И мы переходим к алгоритму. Значит, здесь я формулировал его на случай общего пространства состояний. Вот. Но на самом деле проще, конечно, воспринимать его в дискретном случае, когда никакая аппроксимация не нужна. Значит, здесь мы исходим из того, что мы можем... для каждой, что у нас есть некоторые точки x1, xn в пространстве состояний x. Значит, мы будем оценивать нашу функцию ценности, основываясь на ее значениях в этих точках. То есть, по сути, на всем остальном пространстве мы будем получать значение как аппроксимацию какую-то, основанную на значениях, которые мы посчитаем в этих точках. Но шаг с аппроксимацией можно пропустить в тех случаях, если у нас пространство состояний конечное. Вот. Ну, в этом случае мы генерируем, значит, нужное число случайных величин yj, которые у нас начинаются в точках xy при условии выполнения действия A. Оцениваем, соответственно, ну, V с чертой и A оценивает у нас как раз-таки действие ядра PA на функцию ценности VP в точке x и t. Вот. И, значит, имея эту оценку, мы заменяем внешнее мат-ожидание на его выборочный аналог, значит, с тем, что мы внутреннее действие PA на VP тоже заменили на подсчет вот такого выборочного мат-ожидания. Вот. Ну, значит, здесь есть еще некоторый промежуточный шаг. В том случае, если пространство состояний общее, то можно заметить, что на k плюс первом шаге нам, вообще говоря, требуется значение ката итерации нашей процедуры в точках, отличных от xy, то есть в тех точках, в которые мы перешли из xy. Вот. И поэтому здесь нужен некоторый дополнительный шаг, связанный с аппроксимацией V с крышкой. Вот. И здесь вот через i V с тильдой yj x я как раз-таки обозначил некую процедуру, которая позволяет нам аппроксимировать нашу функцию ценности, основываясь на значениях на множестве x1, xn. Вот. Но, значит, такую процедуру можно явно предъявить в некоторых еще дополнительных предположениях на наш марковский процесс. Вот. Но в самом простом случае, как я уже сказал, можно эту аппроксимацию опустить. И если у нас пространство состояний конечное. Но общее предположение, значит, для нашего подхода необходимо следующее. Но предположение А1, значит, в том, что у нас и пространство состояния, и пространство действия – это компактные метрические пространства. Значит, и более того, значит, мы еще ввели некую метрику на прямом произведении x на A, вот, которая согласована с метрикой ρx, которая у нас на пространстве состояния. В том смысле, что если мы рассмотрим проекцию метрики ρ с одинаковыми действиями, значит, она в точности восстанавливает метрику на пространстве состояния.
Вот. Но выбор метрики – это в каком-то смысле наш выбор, значит, согласованный с предположением А4. Поэтому это не очень страшно. Значит, предположение А2 – это некая репараметризация. То есть мы здесь предполагаем, что наши случайные величины YX, они могут быть получены как значение некоторой функции пси, которая зависит от x, а и некоторые дополнительные случайности к си. Вот. Но это такая это традиционная репараметризация, это типичное предположение и в обучении с подкреплением. И ну, такого рода итерации, они часто возникают и в MCMC, ну и вообще много марковских цепей позволяют себя записать вот в таком виде. Про предположение А3 я уже сказал. Значит, мы предполагаем, что у нас функция, что наши награды, они ограничены при всех иксах и при всех действиях какой-то константой Rmax. Вот. И, значит, предположение А4, которое наиболее серьезное, наверное, из всех предыдущих, значит, оно заключается в том, что у нас функция пси является липшицевой относительно метрики ρ с какой-то константой или пси меньше либо равной единице. Функция наград РА липшицева по пространству состояний. И суперпозиция ВП и пси также липшицева относительно метрики ρ. Вот. Но это предположение, которое нам необходимо для того, чтобы ну, для того, чтобы хорошо аппроксимировать нашу функцию на нашей итерации в S-крышкой. Вот. Все это выполнено. Например, в случае конечного пространства действий и состояний, тогда все просто. Значит, можно взять в качестве метрики на пространстве состояний просто индикатор, на пространстве действий и состояний взять произведение индикаторов. И тогда, если выполнено предположение А3, то предположение А4 тоже автоматически выполняется с LPC единица, LMAX, RMAX, и суперпозиция функции ценности EPC тоже в этом случае будет липшица. Поэтому эти предположения, они, ну, по крайней мере, в некоторых случаях их не больно проверить. Вот. Если пространство X произвольной структуры, то это может быть несколько сложнее. Вот. Ну, обозначим диаметр пространства действий состояний относительно метрики ρ через d большое. И, соответственно, рассмотрим Дадли интеграл. Это у нас интеграл от 0 до d корня из метрической энтропии соответствующего, значит, соответствующего класса x на a, значит, в метрике ρ. Ну и наш первый результат, он связан с оценкой расстояния между V-крышкой ката up и V-звездой. То есть ката итерации нашей процедуры и оптимальной value функции в равномерной норме на пространстве X. Вот. Ну, теорема гласит следующее. Значит, если мы начинаем с приближения V0 с крышкой, которая липшится с какой-то константой L0, то в этом случае наша ошибка, то есть норма разности V с крышкой минус V со звездой на катом шаге, она ведет себя следующим образом. Значит, здесь у нас есть 4 члена, значит, вот этот значок less sim, ну, можно явно выписать зависимость от всех параметров. Значит, здесь я как раз спрятал все константы Липшица. И, да, значит, здесь спрятаны все константы Липшица и Rmax. Значит, ну, как вы видите, здесь есть несколько членов, из которых один по существу. Это вот как раз-таки норма Vp минус V со звездой. Потому что, по сути, это как раз оцениваемая величина. Вот. А все остальные... Все по существу. Ну, все по существу, но три маленьких, по крайней мере, мы можем сделать их маленькими. Вот. А один – это то, что надо, с точностью до константы. Вот. Значит, первый член можно сделать маленьким, просто увеличивая k, потому что это наша начальная ошибка. А второй член, значит, приходит к нам из Монте-Карло, поэтому с ним можно бороться увеличением m1. А третий член – это ошибка аппроксимации. Значит, ну, этого члена нет, если мы рассматриваем дискретный случай.
А в противном случае это вот расстояние между... Ну, в общем, это в каком-то смысле это, значит, максимальное расстояние от точек пространства x до точек нашего множества xn, в которых мы нашу функцию оцениваем. Ну, если xn увеличивать, то, значит, расстояние между xn и x, вообще говоря, стремится, ну, может уменьшаться. То есть можно представлять себе, что в непрерывном случае мы, например, рассматриваем пространство состояний, которое там какое-то подмножество куба 0,1 там в размерности d, и xn – это какая-то сетка на нем. Вот. Но в дискретном случае, как я уже сказал, все чуть проще, потому что в этом случае А1 и А4 у нас автоматически выполнены, и нам нужно требовать только А2 и А3. Вот. Тогда у нас пропадает тот член, который нам показывал ошибку аппроксимации еще дополнительную, и теперь у нас, значит, наша ошибка – это сумма трех компонентов. Значит, а какая скрытая константа у вас перед ВП минус В со звездочкой? Да, хороший вопрос. Значит, к сожалению, эта скрытая константа взрывается по гамме при гамма, стремящемся к единице. Значит, эта константа, она порядка гамма делить на единицу минус гамма. Она не зависит. При этом вот это слагаемое, оно от единицы, да? По порядку, может быть. Вот это слагаемое, вообще говоря, от единицы, да. Тогда немного странный результат. Ну, то есть обычно хочется строго оракульное неравенство, точно оракульное неравенство, где вот эта ведущая константа 1. Да, но не очень понятно, можно ли его здесь получить. Но, то есть про этот результат проще думать так, что гамма – это некоторый фиксированный параметр. И в этом случае, если мы, например, рассматриваем последовательность политик, которые у нас улучшаются, то есть норма там VP-катова минус V со звездой, она убывает, вот, то, значит, если мы, то последовательность наших оценок для этих политик ПК, она тоже будет, значит, она будет, ну, это слагаемое будет линейно убывать по норме V-V со звездой. Ну да, значит, конечно, было бы интересно получить оценку, которая бы по гамма так сильно не страдала. Вот. Но, ну, по крайней мере, с текущей техникой мы не можем. Так, ну, теперь возникает вопрос, как быть с дисперсией этой оценки. И здесь нам нужно еще некоторое дополнительное предположение на метрическую энтропию. Вот. В этом случае мы можем показать, что дисперсия нашей оценки, она равномерна по точкам x из нашего пространства состояний, ограничена, значит, следующим выражением. То есть здесь, как видно, ну, здесь есть множитель единицы на m2, который, ну, понятное дело, ожидаемый из внешнего Монте-Карло. Вот. Но интересно, что эта дисперсия, она дополнительно может быть маленькой, если у нас величина сигма-ката маленькая. А сигма-ката – это как раз-таки ошибка, значит, это ошибка наших аппроксимаций. То есть сигма-ката – это правая часть, значит, это правая часть того, что вот мы раньше наблюдали здесь в оценке на VK-up минус V со звездой. То есть если эта величина маленькая, то в этом случае дисперсия нашей оценки, она будет еще лучше. И в каком-то смысле это некий дополнительный, ну, это некий дополнительный фактор, который нашу оценку улучшает по сравнению там, с традиционным монте-карловским единицей на M2. Вот. То есть чем лучше у нас политика π, на самом деле, тем точнее мы можем ее оценить с помощью нашей процедуры. Вот. Ну, константу c опять можно явно выписать. Значит, она здесь зависит опять от кучи наших параметров. Вот. Ну и теперь, если применить просто неравенство Маркова, то мы получаем следующий доверительный интервал, значит, с вероятностью единицы минус дельта, значит, у нас V со звездой для всех x, значит, из нашего множества xn, оно будет ограничено между Vp и, значит, V с крышкой up плюс, ну, плюс то, что мы получили из дисперсии на предыдущем шаге. Вот. Если нас интересуют x не из множества xn, а просто из пространства состояния x, то здесь еще появится некий дополнительный член, ну, который будет шкалироваться в зависимости от ρ между xn и x.
Ну, в общем, дополнительная ошибка аппроксимации. Ну и мало того, можно показать, что вот σk, это то, о чем я говорил, что σk, оно в каком-то смысле почти линейное по VP-V со звездой с большой вероятностью, если мы выберем достаточно большие параметры k и m1. То есть если мы сделаем достаточно много итераций с достаточно большим числом сэмплов внутреннего Монте-Карло. Вот. Ну, теперь примеры, как это все работает. Здесь я должен сразу сказать, что примеры... Ну, Сережа, тут на самом деле, может быть, вот было бы, что было бы интересно, как, наверное, задача вот сделать здесь не... То есть мы фактически Маркова применили Чебышева, да? То есть мы... Да. Мы сделали здесь просто Чебышева, да. Хорошо бы было, конечно... тоже алгоритм, например. Да. Хорошо бы было, конечно, логарифмический конфиденс здесь иметь, вот, но... Может, что-то типа медианаследник запустить? Возможно. Вот. Но, в общем, как первый, как говорится, как первая оценка неравенство Маркова. Вот, да. Вот. Но да, здесь есть пространство для улучшений, конечно, этого члена. Вот. Про практические примеры. Значит, практических примеров будет несколько, они будут разными. В частности, мы применяли наш метод не только к стационарным MDP, но и к эпизодическим. Потому что, к сожалению, если взять стандартную библиотеку, например, OpenAI или что-то такое, то там практически нету примеров марковских процессов принятия решений, которые были бы с бесконечным горизонтом и допускали бы стационарность. То есть, как правило, это эпизодические игры. То есть в какой-то момент там вы, я не знаю, загоняете тележку там в нужную точку или там роняете молоток, как в картполе, и игра для вас заканчивается. Вот. Но, тем не менее, наш метод хорошо работает. Начнем мы с простого совсем примера. Значит, это окружение chain, оно игрушечное. Это, значит, марковский процесс принятия решений, в котором агенту надо просто как можно быстрее добежать до края, значит, либо левого, либо правого. Вот. Как только он добегает до края, он получает плюс 10 очков, и игра заканчивается. А до тех пор, пока он занимается случайным блужданием влево-вправо, значит, он получает награду плюс единица на каждом шаге. То есть у нас есть цепочка из N-состояний, мы начинаем в каком-то случайном из них, и все закончится, как только мы дойдем либо до крайне левого, либо до крайне правого. Вот. Ну и здесь есть некий дополнительный шум, то есть с какой-то вероятностью P там, от 0 до 1 у нас агент делает случайное действие. То есть не то, что от него ожидалось, а просто там дергается влево или вправо. Вот. А можно сейчас насчет примера? Вот что будет, если заменить вознаграждение плюс 1 на 0? Ну, то есть с таким подходом кажется то, что лучше как можно дольше ходить и получать больше награды. У нас дисконтирование. У нас есть дисконтирование гамма. Поэтому чем раньше... Здесь как раз плюс дисконтирования в том, что как бы чем раньше мы получим вот эту награду 10, тем нам лучше. Вот. А без дисконтирования, получается, что оптимальная стратегия была бы просто держаться как можно дальше от этих краев, чтобы там случайно проскальзывание нас туда не выбило и просто собирать награды по плюс единице. Так, но если гамма близка к единице, то все равно лучше подольше походить. Да, но если гамма близка к единице, то все равно лучше подольше походить, да, правда. А гамму мы сами выбираем, да? Или мы выбираем, или она нам как-то дана изначально. Да. Обе постановки бывают. Но вот здесь мы выбирали сами. Вот. Здесь мы выбирали сами, и выбирали мы ее как раз из тех соображений, чтобы было выгоднее и побыстрее дойти до награды. Вот. То есть мы брали гамма там порядка 0,8. Такое достаточно сильное дисконтирование, которое все-таки подстегивает быстрее двигаться к большой награде. Вот. Значит, здесь мы запускали как раз-таки алгоритм value iteration для поиска политики Пиката. То есть мы взяли последовательность политик, которые заведомо сходятся к оптимальной политике Пи со звездой. Вот. Считая, что динамика среды нам известна.
Вот. И оценивали эти политики с помощью нашей процедуры. Значит, ну вот здесь показано, значит, от 0 до 30, значит, здесь показаны как раз оценки value функций в соответствующих состояниях. Значит, верхняя – это, собственно, наша оценка VUP. Значит, ну, в общем, величина зеленого зазора – это как раз-таки величина ошибки дельта P. То есть нижняя, значит, нижняя отображаемая линия – это значение политики VP в данном состоянии, которое мы оценили с помощью Монте-Карло. А верхняя часть этой ступенечки – это, значит, VKT-UP, которое мы получили на катой итерации нашей процедуры. Ну и оцениваем мы с помощью, значит, с помощью нашей процедуры мы оцениваем политики, которые у нас получились на, ну, по сути, случайная политика, с которой мы начали эту задачу, значит, политики, которая у нас была через 5 шагов value iteration, и политики, которая была через 15 шагов value iteration. Ну вот видно, что в конце мы схлопнулись вообще практически в ноль. То есть это показывает, что, значит, функция нашей ценности VP, она практически совпала с V со звездой и практически совпала с нашей верхней оценкой. Ну, то есть политика, значит, к 15-му шагу value iteration, в общем-то, сошелся, и как бы дальше уже можно не продолжать. А теперь следующий пример – Garnet. Значит, Garnet – это как раз стационарный пример. Значит, здесь, да, вот в этом примере мы выбирали гамма 0,8, если я не ошибаюсь. Вот. Значит, интересно было бы посмотреть, что будет происходить действительно, если взять дисконтирование меньше. Вот. Теперь Garnet. Значит, Garnet – это MDP, значит, искусственный. Я не привел здесь подробного описания. Значит, идея Гарнета в следующем. Значит, у нас есть некоторое количество действий. Значит, здесь мы брали, кажется, 20. Значит, некоторое пространство состояний, значит, состоящее из 20, собственно, из 20 объектов. Задается так называемый параметр ветвления. То есть это количество... Два параметра ветвления. Значит, это количество... Один. Значит, это количество состояний, в которые мы можем перейти из каждой state action пары. Вот. То есть мы выбираем, как среда будет реагировать на каждое действие, которое мы можем совершить в каждом состоянии. То есть это такой полностью контролируемый MDP. Вот. Ну вот мы задаем некоторую его конфигурацию. Ну, как правило, значит, эти переходные вероятности, они там сдаются случайным образом. Значит, похоже на такой граф. Как от... Да, в каком смысле это случайный граф? Да. То есть, то есть из каждой пары, значит, действия состояния мы там можем перейти, например, в 3 случайных там новых состояния. Вот. И для Гарнета мы запустили то же самое. Мы опять запустили value iteration и опять оценивали, значит, политику, значит, которая у нас была на нулевом шаге, значит, случайная политика там, на 5-м шаге и политика на 15-м шаге в iteration. Но опять видно, что доверительный интервал схлопнулся по сути в ноль в каждом нашем состоянии. Вот. А это считается довольно быстрая сходимость? Нет, значит, здесь вот эта сходимость, она показывает, здесь показана сходимость, ну, в каком-то смысле это сходимость внешних итераций алгоритма. То есть у нас есть внешний алгоритм, который нам выдает политику ПК, значит, на каждом катом шаге. А мы выбираем какие-то значения К и их оцениваем с помощью нашей процедуры. Вот. Значит, ну, внешний алгоритм сходится быстро. Значит, наш алгоритм здесь сходится тоже, значит, число итераций нашего алгоритма здесь тоже не очень большое. То есть, ну, буквально там порядка, кажется, 150 итераций. Ну, то есть, пока пространство действий и состояние небольшое, все легко. То есть, и, значит, и сам исходный алгоритм хорошо сходится, и наша его оценка быстро сходится. Ну, опять же, все, значит, в 15-й точке мы получили доверительный интервал, который, по сути, ушел в точку. Все, дальше мы можем
значит, дальше можно уже не итерировать. Вот. А теперь картпол. Вот. Картпол – это в каком-то смысле более интересный пример, потому что, во-первых, здесь нужна аппроксимация, вот, потому что пространство действий непрерывное. Значит, картпол – это задача балансирования молотка, а точнее рукоятки молотка. Значит, у нас есть молоток, есть его рукоятка, которая, естественно, пытается упасть. Вот. Но вот в тот момент, когда угол ее отклонения от вертикали превышает какую-то пороговую величину, игра заканчивается. Вот, потому что все, как бы вы уронили рукоятку. Вот. И вам доступны действия, значит, двигать этот объект влево или вправо, так, чтобы, соответственно, ручка как можно дольше балансировала. Вот. А, ну, пространство действий в этом случае дискретное. Значит, действия у нас просто доступны влево или вправо. Вот. А состояние уже непрерывное, потому что у нас есть угол отклонения, у нас есть угол отклонения рукояти. У нас есть параметр, который, значит, описывает движение нашего молотка, получается, вдоль горизонтальной оси. Вот. И здесь мы взяли три разных политики для данного алгоритма. Значит, ну вот политика по центру, как видно, которая дает практически нулевую ошибку, значит, это очень интересная вещь. Это детерминированная политика, которая этот самый картпол решает. Вот. То есть она практически идеально балансирует молоток, значит, и достигает там практически во всех запусках максимальной награды. Вот, она очень просто устроена, значит, это там просто некий, ну, это некий индикатор там какой-то линейной функции от угла, значит, нашего, от угла отклонения нашей, на нашей рукоятки и угловой скорости. Значит, как только оно чуть-чуть подразогналось, значит, толкай вправо, как только чуть-чуть подразогналось в другую сторону, толкай влево. Вот. Ну, как видно, эта политика, и как видно из нашего анализа, значит, эта политика действительно самая лучшая. Значит, слева и справа мы оцениваем, соответственно, политики, которые... Ну, справа политика самая плохая, как видно. Вот для нее самый широкий доверительный интервал. Это случайная политика. То есть мы просто тыкаем в каждом состоянии случайным образом влево или вправо эту рукоять. Вот. Ну, и все достаточно быстро заканчивается. Вот, то есть она не может удержать рукоять дольше, чем какое-то количество, ну, здесь, видите, дольше, чем 11 состояний. Значит, здесь мы по оси X отображали значение нашей вот этого гэпа в тех точках XK, которые мы наблюдали вдоль этой траектории. То есть мы как бы генерируем некоторую траекторию XK длины 200, и потом в точках этой траектории мы оцениваем, значит, нашу ошибку политики. Ну, видно, что случайная политика никуда не годится, но было бы странно, если бы это было не так. Вот. И на самой первой картинке это результат применения алгоритма A2C. Вот. Ну, как видно, это все-таки гораздо лучше, чем делать что-то случайное, вот. Но хуже, чем вот эта детерминированная решающая политика, потому что, ну, зазор больше, и это показывает, что часто рукоятка все-таки падает, если брать алгоритмы за 2C. Вот. Значит, здесь дисконтирование, я не помню, какой здесь параметр гамма, был 0,9 или 0,8, наверное, тоже. Вот. Так. Ну, на самом деле это все. Значит, у нас есть еще несколько примеров того, как это работает в дискретном случае и, значит, в непрерывном случае мы это пробовали на акработе. Значит, мы пробовали также разные алгоритмы оцениваемые, значит, A2C. Мы пробовали также DQN и некоторые другие алгоритмы. Значит, пробовали обычный reinforce. Но, в общем, количество политик, которые можно таким образом оценивать, оно как бы ограничено только нашей фантазией. Спасибо. Все, собственно, спасибо. Значит, здесь некоторые ссылки по сегодняшнему докладу. Будут ли вопросы? Никита, у тебя есть вопросы?
Ну, там вопрос скорее просто, ну, в целом по реинфорсменту. Вот если мы в value функции возьмем не такой дисконтирующий множитель, а, например, мы скажем то, что у нас есть какой-то параметр t большое, и мы вообще никак не воспринимаем награды, которые на первых t большой шагах. То есть нам не важно там, как хороша политика в краткосрочной перспективе. Можно и так, но это будет, но это какая-то другая задача в том смысле. Да, что... вот, соответственно, я так понимаю, это отдельное направление поиграться с этой value функцией. Ну да, нет, есть, во-первых, сам по себе, значит, есть проблемы, в которых, ну, та постановка, про которую ты говоришь, естественным образом возникает. То есть, ну, вот вернемся к определению value функции. Ну, вот, например, ну, вот эта задачка mountain car, даже такая простая. Значит, у нас есть некоторая как бы синусоида, в которой в потенциальной яме стоит тележка. Вот. И у нас есть там два действия – толкаться влево-вправо, значит, и ее задачка – это попасть к флажку, который установлен на одной из вершин. Вот. И за достижение этого флажка она получает награду, например, я не знаю, ну, большую награду, там, 1000. Вот. А все другие действия, они вообще награду не приносят. Вот. И, ну, либо там каждое действие приносит фиксированную отрицательную награду. Ну, это экстремальный случай. Я предлагаю даже чуть попроще. Я предлагаю вот в этом определении взять суммирование не от нуля, а от какого-то большого. А, ну, это, ну, я говорю, ну, это то же самое, что награда, которая не начисляется первые, там, первые этой большой шагов. В каком-то смысле. Вот. Ну, там-то вообще получается награда ровно на последнем шаге. Да. И это, да, и это как раз сложные примеры, ну, такого рода MDP, они часто, они и сложные в том смысле, что как раз на них, ну, как раз они, как правило, являются, как раз на них достигаются нижние границы вот во всяких алгоритмах, там, типа value iteration и так далее. То есть это алгоритмы, в которых заведомо очень сложно, ну, очень сложно найти вот это состояние, которое приносит положительную награду. А там почти все награды нулевые. Так, еще вопросы? Так, ну есть вопрос? Нет. Спасибо. Так, ну еще Извините. Такой вопрос вот по поводу наград. Меня слышно или нет? Господь. Да, Макс хочет Калягин вопрос задать. А, меня все-таки слышно. Спасибо. Макс задать вопрос. Настя, тебя слышно. Если он не официально не зарегистрирован среди участников. Макс, давай. Да. Ну, во-первых, я видел в алгоритме, используется явно VP, то есть предполагается, что она уже дана известной. Да, я про это говорил, да. Но это как раз не супер страшно, в том смысле, что ну, оценка VP – это более простая вещь. То есть можно. Ну, она дело в том, что, например, ну, даже линейная аппроксимация, она требует какого-то времени, она не факт, что прям суперточная будет. Потому что если там динамика сложная, то никаких гарантий. Это правда, если у нас какое-то там сложное пространство состояний, то да. Тогда, конечно, да, и temporal differences может ну, тут тоже работать не идеально. Mm-hmm. А можно в оценке как-то учесть, например, то, что VP оценена не точно? Можно. Это как раз не сложно сделать. Но будет еще одно. Грубо говоря, будет еще одно слагаемое за ошибку аппроксимации VP. Хорошо. И насчет бесконечного пространства состояния, я так понял, ты используешь какую-то квантизацию, да? То есть ты какой-то дискретной сеткой покрываешь все пространство и дальше делаешь. Ну, в случае версии алгоритма мы используем как раз квантизацию, да. То есть мы считаем нашу... Сейчас я отлистаю на алгоритм. И, кстати, очень интересный математический вопрос про вот как раз оценить вот этот на следующем слайде, вот Сережа, если там покажешь. Рота имеешь в виду? Да. Она определена где-то? Да я руками махал.
РО это получается, что это такое? Это у нас максимум... Это максимум расстояний от точек X, от точек множества X до точек... Да, такой радиус покрытия. Да. Вот, и это такая интересная задача вообще, например, вот для равномерного распределения, в принципе, несложно. Вот можно вообще даже для более широкого класса распределения оценивать. А, ну то есть вот это ро, это просто ошибка дискретизации. Да. Если у тебя точки равномерно бросаются, то она по порядку, там, типа логарифм n делить на n в степени единицы на размерность. Вот. А, ну то ясно. Я просто помню, например, в оптимальном управлении, как раз когда делается квантизация, там оценки на ошибку порядка типа размерности в четвертой степени. То есть если мы делаем какую-то квантизацию, то вот ошибка будет как ну, пропорционально d в четвертой, ну или что-то типа такого. Не, ну здесь просто пропорционально степень будет типа единица на размерность. Да, степень будет, да, это будет очень медленно убывать с ростом n, если размер большая, но это не порвет. Yes. Да, но от этого, да, от этого никуда не деться, конечно. Ну вот, например, в более таких каких-то реалистичных задачах это, наверное, сетка не очень удобно все покрывать. Нет, ну это вопрос того, что вместо сетки можно взять какую-то, ну, можно пробовать, например, в каком-то параметрическом классе искать это VKA. Вот, например, так. Но проблема в том, что... Тогда алгоритм переписывать. Да, проблема в том, что нет, но переписать алгоритм это может быть еще не самое страшное. Проблема в том, что ну, с параметрическим классом возникает примерно то же самое, что не очень понятно, как оценивать ошибку аппроксимации в этом случае. То есть возникает... Это его проблема. Да. Можно держать. Так, еще вопросы? А если вот вместо этого какие-то предположения на пси делать структурные? На, в смысле? То есть как бы у тебя же все метрики здесь, это чисто вот какие-то artificial конструкции, нет, которые... Я привел, но я дискретный случай привел как бы. Но... В режимном случае, но нет, как я, бы... Я имею в виду, что они нужны только вот, чтобы как бы... Вот взять assumption 4, да, и вот подставить куда-то в оценке то, что там, значит, что там где-то липшицевости, хорошо. Ну, типа... То есть они же не свыше даны, а вообще говоря, мы вольны их выбирать как угодно. Ну, не, ну, как сказать, ну, как правило, нам даны награды, вот, а как бы относительно какой метрики удается проверить, например, вот первое предположение, там, липшицевость наград по первому окому. Ну, по первому, ну, по состояниям. Это уже как бы вопрос. Вот. То есть обычно дизайн наград-то менять нехорошо. То есть... Но они, мне кажется, обычно... Я, конечно, не знаю, но вот награды, кажется, как-то хорошо довольно, какую-то хорошую структуру имеют. Да, да. То есть вот насчет пси не знаю, конечно, да, но, наверное, обычно тоже пси какое-нибудь вменяемое там что-то достаточно рассматривается. Да. То есть в этом плане, может быть, можно не v искать в параметрическом классе, а как-то вот пытаться подобрать хорошие какие-то метрики, например, на x и a. Да, но в каком смысле это еще вопрос параметризации политики. То есть, например, ну вот есть там гауссовские политики, когда там, например, у нас, ну, например, если у нас пространство действий непрерывное, вот, и там действие в зависимости от состояния, это там что-то, значит, что-то, что у нас зависит от гауссовского шума там через некоторую репараметризацию. Вот это там часто... Но у тебя везде шум фиксирован. Вот. Я говорю, в условиях на липшицевость у тебя везде условно по шуму. Да, у меня везде условно по шуму. Не, ну я просто в принципе говорю, что ну, вот, это часто, что здесь часто, ну, в качестве там, что конкретный выбор пси, он на самом деле здесь еще будет зависеть, он будет зависеть от нашей политики пи. Ну, в каком смысле, в каком виде мы ее хотим найти. И как бы вот этот шум, он может включать в себя там дополнительную случайность, которая есть у нас в политике пи. Вот.
хотел, может быть, замечание одно сделать по поводу этого, что на самом деле мы в теории, у нас написан метод, такой метод интерполяции даже. То есть это даже не аппроксимация, это интерполяция, которая сохраняет значение на множестве xn. Да, значение на xn мы сохраняем, да. Это важно для чего? Чтобы была верхняя граница именно в этих точках, сохранялась смещенность вверх. Это как бы на самом деле и для интерполяции, на самом деле, вот теория работает при очень слабых условиях. То есть только липшицевость, которую мы можем проверить, как она, как липшицевость функции вот, решения уравнения Беллмана, как она сохраняется при итерациях липшицевость. Если говорить, например, о гладкости более высокой порядка, то это уже намного сложнее доказать, что функция value function, она будет гладкая. А липшицевость – это самое простое. Для нее вот... В этих итерациях можно явно оценить, как меняется константа липшицевости там, на k+1 итерации. Да. И интерполяция – это как самый такой простой способ. Ну, в общем, и для него можно, тем не менее, доказать. Обычно многие говорят, что интерполяция – это плохо, что лучше там сглаживание. На самом деле здесь интерполяция прекрасно работает. И при очень слабых условиях, в общем. Так. Ну что ж. Сережа, спасибо. Тогда сегодня заканчиваем, да? Угу.